стране. На весь май будет прекращен экспорт бензина, и весь он пойдет на отечественный рынок. Об этом было объявлено по итогам совещания в министерстве. И об этом же шла речь на заседании президиума правительства. Владимир Путин поручил повысить с мая вывозные пошлины на нефтепродукты, чтобы сократить дефицит на внутреннем рынке.